Так, ну чё, всем привет, с вами Зазепа. Давайте продолжаем партизанить. Я тут сейчас загружу, правда, потому что у меня там были проблемы со звуком. Вот так вот. Все, давай, история. Посмотрим историю. Продолжение сюжета. Ну что, посмотрели, как нам под немцем живется? Да, посмотрели. И постоять за себя мы не можем. Одни старики, бабы да сироты остались. Кое-кто пытался сопротивляться. Но тут командир нужен толковый. С опытом. Вроде вас. Не нужно меня уговаривать. Я уже принял решение. Мы остаемся. Ура! Ну что мы можем вдвоем, капитан? Тут армия отступила, а мы капля в море. Я уже Саньку объяснял, а ты меня, видно, не слушал. Большое начинается с малого. Будем убивать офицеров, сжечь склады, вести агитацию, поднимем народ на борьбу. Людей у нас пока мало, да и эти гады зашевелились. Придется переждать пару дней. Как облавы закончатся, займемся формированием боевого отряда. А сейчас отдыхайте. У капитана был выбор: попытаться перейти линию фронта и вернуться к своим, или остаться в немецком тылу партизанить. Зорин выбрал второе. Будем партизанить. Чё, посмотри, теперь давайте. Новоявленным партизанам предстояло обжиться на базе, а после найти добровольцев, готовых присоединиться к ним в неравной борьбе с оккупантами. Первым делом требовалось сформировать боеспособный отряд. Вот, сформируем. Все, давайте. По хозяйству может пока заняться. Подожди, вылазьте, что у нас есть? Оперативное реагирование, захват, собирательство. Что там можем захватить? Можем захватить ХПшку, мед, пинт. Здесь патроны, оружейный патрон. 75. А, ну это типа... Если так... Не, ладно. У нас пока не так уж много народу. Здесь 75 даются, а здесь 30. Давай, кажется, вот это вот, оно чуть более выгодно. Блять, смотри, все равно, типа, шанс успеха 60. Мне кажется, что может кто-то из нас раненый может прийти. Не, ну 60 это как-то, блин, это как-то мало. По мне, так, 30 и 50. Давай вот там, где 50. И сделаю вот так. 85. Ну, 85 это все побольше, получше. Да? Нам потом надо будет идти на собирательство. Ну давай. Погнали. Я надеюсь, успех там будет. Никого не подранят. Ну, вроде все вернулись, конечно же. Так. Ну, гранаты захватили пару штук. Так. Потому что тут твои патроны, да? Все нормально. Кстати, у вас в прошлой миссии проходили, я тут не повыкладывал много чего. Ага. У тебя ж там тоже было, о, смотри, МГшка у тебя есть. Так, патроны твои вроде, да? Вроде его. Так. Ну, просто хочу, смотрю, чтобы у всех все нужное было. Тебе явно вот эти патроны ни к чему. В принципе, даже, наверное, в таком количестве они тебе ни к чему. Так. Угу. Ну, давай пускай у него целая пачуха будет, 50 штук. Ну, все, типа так, взял по минимуму. Я не знаю, для чего тут спирт. Просто чтобы было. Ну, пускай там у одного из наших персов это будет. Даже пускай будет не одной. Так, тебе боезапас. Ну и тебе боезапаса. Два патрона. Вот этот один, конечно, можно выложить. Вот так вот. Все.
разгрузили. Сейчас дробовик таскаю просто потому, что как второе оружие, мало ли там патроны на этом закончатся. Так, ну окей. Нам реально сейчас нужно... Подожди, главный штаб. Что там в главном штабу? Духи с фронта. Фашисты блокировали Севастополь и главную базу Черноморского флота. Город героически обороняется. Ага. Уже был под Севастополем. Так, у нас какая-то беседа. Ну что, какие новости? А какие они могут быть? Вчера вот в Заборовке партизан взяли. Сейчас их допрашивает приехавший офицер. А завтра утром повесят на площади. Не повесят. Мы этого не допустим. Вам в деревню нельзя. Уж не знаю, что там староста наплел офицеру, но тот привез с собой целую армию. Дочекайтесь, пока облава закончится, иначе сами в петлю уходите. Типун вам на язык, Василий Гаврилович. Но, похоже, действительно лучше подождать до утра. Значит, подождем. Надо будет освобождать партизан. Я не знаю, если я сейчас куда-то направлю это. Давай пока строительство чем-нибудь такое. Лесозаготовка. Открывает доступ к хозяйственным обязанностям. Заготовка строительных материалов. А мастерская. Здесь можно смастерить простую взрывчатку и медикаменты. Кухня. Блин. Ну я построил бы, конечно, кухню, но... Блять, у нас еда заканчивается. Вот рыбалка. Рыбалка. Не, ну блин, надо что-то с едой делать. Ну ты пойдешь там тоже за едой. Так, ну одного тебе сюда посылать опасно. Ладно, строительство. Ну, на лесозаготовку пойдешь делать сегодня. Все, давай так. Короче, позанимаемся делами потом. Вот типа утро. Закончили. И идем день боевого задания. Что там в главном штабу? Типа все это выполнил. Так, окей. Как-то хавка, кстати, очень плохо фармится, так я вам скажу. Ну все, хорошо, я тут прожал уже. Окей, давайте сначала поговорим. В Заборовке собираются казнить партизан. Это мы помним. Нужно пробраться туда и спасти наших. Санек, ты там кого-нибудь знаешь? Конечно, у меня там бабка жила. А что, хотите, чтобы я пошел с вами? Если нас с Николаем заметят, то сразу поднимут тревогу. А ты местный. Можешь ходить везде и не вызовешь подозрений. Что скажешь? Не побоишься? Пойдешь? Если надо, пойду. Окей. Идем все. Так, все, назначить, погнали. Да, я уверен. Давайте начнем. Следующую миссию. Так, экипировочка. Вроде все нужное. У тебя тоже мы все сделали. И у тебя. Все, давай, на задание. Казнь начнется меньше, чем через полчаса. Деревня большая, поэтому будем держаться дороги как ориентира. Немцы еще не уехали. Видимо, ожидают, что пленных могут попытаться отбить.
Если мы себя обнаружим, их сразу казнят, поэтому до площади нужно дойти незамеченными. Понял, Фетисов? Чтобы ни единого выстрела, пока не будем на месте. Понял, товарищ капитан. Потерплю. А с дверью как быть? Она заперта. Да, далеко нет. Идти. А вокруг полицаев, как муравьев. Здесь живет баба Марья. Она нас пропустит. Я как-нибудь замаскируюсь и попрошу у нее ключ. Только не делай ничего подозрительного, чтобы фашисты тебе не раскрыли. Так, ладно, давай. Сохранюсь. А, тоже на единичку, давай. Все, перезапишем сейвик наш. Назад. Спокойно. Ну, кстати, к слову, вот этого немца можно... Тут замок. Блять. Этот план не входит. Это тупо было. Он просто начал обходить и в тупую на немцев. Это да. Это классно. Всем пригнуться. Так, так, так. Ну, слушай, а вам бы, пацаны, тут как-нибудь так... Я не знаю, замаскироваться. Выйдет Санёк такой. Не засекут. Так, давайте вы, ребята, еще дальше встаньте как-нибудь тут. Блин. Ну, чтобы вас видно, хотя бы, как минимум, не было бы. Так. Надеюсь, не заподозрят. Прокрадусь потихоньку. Ну, вот так вот, все. Давай, пешочком. Дверку давай прикрой. Прокрадусь потихоньку. Так, у него откат маскировки. Просто мы залезли в кусты, то что. Я смогу. Сможешь, сможешь. Марья Филипповна, дайте, пожалуйста, ключ от задней двери. Очень нужно. Батюшки святый, Санек, раз нужно, возьми в сундуке в доме. Угу. Спасибо тебе. Бабуля. Как в прятки играть. Поручите мне что-нибудь. Все, отлично. Так, давай-ка эту дверку мы прикроем. И без палева, короче, дверь надо открыть. Все. Тут Санек у нас дальше отдыхает. Прокрадусь потихоньку. Блин, ты можешь дверь, Танёк, закрыть, пожалуйста? Прикрыть хотя бы. Ладно, пошли сюда. Стань хотя бы вот так, можешь выйти из мастеровки, в принципе. Ты мог сохраняться хотя бы. Не торопимся. Всё, ждем этого бабуя, когда он подойдет сюда. Ножик бросить. В лицо, как говорится. А куда он там пошел? Где? И просто реально вот этого первого надо дома тут под... Блять, это еще время 20 минут. Как в прятки играть? Давай, иди сюда, резче. Давай, 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 дядька. Не, это этот ходит. Не подведи. Когда же вы закончитесь? Все, ладно, хрен с тобой. К тебе моя сюда верочка. Никто не заходит. Слушай, нормально у тебя там вооружение. Так, теперь этот хрен смотрит. Блин, ну это опять же тут ждать. Блять, это просто чувак. Она не входила. И сказал, что это полицай тоже. Прокрадусь потихоньку. Уберу его тихо. Это мое. Твое-то твое. Давай замаскируем его хотя бы. Так. Направление вектор, как говорится. Что где-то сверху, да?
Вот, вот, вот висельница. Блин, ну сложно будет, конечно, до 20 минут. Но... Ну а что поделать, слушай? Надо. Отхожу, блин, как у себя дома. Слушайте, ребята мои хорошие, давайте-ка вы тоже потихоньку, помаленьку. Слушай, этот крадется, этот бежит так. Сюда бы роту пулеметную. Просто мне кажется, что под конец, если успевать не будем, то придется все-таки заваруху устраивать. Прокрадусь потихоньку. Так, вот этого надо снять, жуха. Стой, не там уходишь. Ну хотя, слушай. Тебя ж там никто не... Нет. Кстати, что они тут не хотят обойти? Потому что дерево лежит. Ну слушай, надо вот эти, с вот этим тогда вопросы решать, причем быстро. Лови, гад. Всё, давай, 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 хватай его. И в кусты оттаскивай. Просто потом проходим и дальше. Спасибо, что подержал. Я справлюсь. Сейф, пацаны. Ну давай на дурачка. Прокрадусь потихоньку. Поручите мне что-нибудь. Сейчас поручим, подожди. Я не знаю, сейчас может, конечно, какой-нибудь хрен выскочит. Что-то, блядь, тебя не забудет. Хорошо, что у нас там тот слева, блин, не заметил. Все. Может, F1. Да подожди ты в атаку, блядь. Тебе же командир в начале миссии объяснил. Что нам пока тревога. Нет, чем же так. То есть они тут могут забраться? Просто они идут так на уверенных щах. Не, убраться, забраться они тут не могут. Но в любом случае этот пригорочек надо как-то обходить. Прокрадусь потихоньку. Блядь, и опять они там эту деревяху обойти не могут. Ну, короче, надо вот это будет выстёгивать. Тисов, блядь. Слушаю. Тише шаг. Всё, давай, быстро, оперативно. Так. Если я попытаюсь тут устранить, я не обнаружу. Смотри, кстати, один типа набуханный там валяется, походу. Блять, тут два полицая. Санек, я знаю, у тебя есть охуенная рогатка. Как в прятки играть? Я тут. Заметили, что это яблочко. Беру его тихо. Все, вот так вот. Скидывай его в кусты. Вот этого добить. Ножик забрать. Моя верность. Лут. Лут снести. Все, сюда. Подойдусь потихоньку. Спокойно. Блять, а нам чё, типа в любом случае там проходить надо? Тихо. Сейвец. Надо этого с ЖК тогда, блин. Вот так, оперативно встал там еще. Так, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да. Обнаружили. Причем резко как-то так обнаружили. А мне надо этого сносить. Мне надо этого сносить.
Причем, наверное, его надо в туалет сносить. Лови, гад. Только ж можно. Ура! Так, ладно, чуть-чуть подождать. Моя вина. Я просто не видел этих за стеной и за стены, то есть. Мне показалось, что они типа там пока еще отошли. Тихо. Так, ну сейчас смотрите, короче, они поворачиваются. Следим за ними. Вот. Это поворачивается такой, смотрит на этого. Блять, 15 минут. Не подведи. Есть. Все, давай, хватай его. Все, давай хотя бы просто. Просто сюда его. Это мне кинь. Еще пригодится. Так. Теперь нужно как-то аккуратненько за кустиками, пока эти не видят. Сейф. Блять. Ага. Подловил момент. Все, давай, съебывай отсюда. Ага. Может. Теперь вы двое. Тут было, конечно, может пас. Потихоньку. Ой, черт! Бля, похуй, давай на дурачка. Все, на дурачка прошли. Замечательно. Тихо. Давай всех. Так, теперь нам наверняка сюда. Потому что этот нас запалит, слышь. Давай, отворачивайся. Угу. Опять по кустам ползать. Ой, черт. Блин, и теперь тут обход. Походу. Блять, времени больше не становится. Здесь враг. Не мое это прятаться. Слушай, дай-ка по краюшку, а? Заметили? Что да делать? Никто не заметился, не ссы. Ну они тут, конечно, блять. Черт. Так, я знаю, тут один съебывает. И ты, Санек, идешь. Одного глушишь, другого режем. Да, блять, он смотрит постоянно сюда. Давай. Тихо. Надо спрятаться. Так. Сейчас улажу. Все, нормально. Спасибо, что подержал. Все, греха подальше его спрячем, блин. Мало ли, еще один припрется, блядь, тревога поднимут. Все, давайте, пацаны. Еще одна попытка. Не, походу реально через этого надо идти. Осторожно. Не торопимся. Сейф. Сейф. Действовать. Быстро. Сколько ж можно? Давай, быстро, быстро его. Сюда, хотя она уже вроде упала в кусты. Лучше это перестраховаться, да? Это мое. Тихо. Да на здоровье. Так. Спокойно. Мне больше всего не нравится в этих играх. Это, блядь, это миссия на время. Не мое. Ой, черт. Не ссыкуй. Блядь, пацаны. Покажем. Блядь, что за херня? Куда он, блин, пошел? Пишешь? Да. Укрытие, быстро.
Показалось. Показалось ему, блядь. Кажется, крестись. Давай, блядь, у меня время тут горит, идет. Это в план не входило. Ну так тогда, стой там. Мне еще прятаться. Блядь, там идет один. Все, давай, давай. Ну ты тоже сюда иди. Надо спрятаться. Вот что им мешает вот здесь обойти? Не торопимся. Дай-ка ж попробуем. Тебя не забудет. И они каким-то образом это все дело услышали. Задохнуться. Тихо. Лови, гад. Все, давай, пока его никто не видит. Смерть на тобой, спорт по мне. Да что же за неудачи-то пошли, а? Здесь враг. Так, давай, говори, пока его никто не видит. Пока о нем сейчас никто не спас. Помнит. Тихонечко. Блять, как они его обнаружат? То есть он просто валяется, его не видно, блин, а так они его обнаруживают. Блин, короче, на том же махахой живет. Осторожно. Как так-то? Куда дальше? Туда. Сюда иди, блядь. В обход. Да все, блядь. Ой, черт. Чисто на яйцах пронеслись. Слушай. Ну все, просто извините, конечно, но, блядь, времени 10 минут осталось. Так, мы тут. Эти люди были задержаны в нашей деревне. При задержании они оказали сопротивление и застрелили 5 полицейских. Они называют себя партизанами и заявляют, что сражаются с врагами народа. Но на самом деле они сами являются таковыми. Пока такие, как они, нарушают порядок, власти вынуждены идти на суровые меры. Он лжет. Фашисты и предатели вроде него, вот кто враги. Сейчас их повесят. За мной. Здесь враг. Ой, черт. Не, сын. Показалось. Так. Может, в атаку? Сюда. Я же был осторожен. Беданки партизанин. Не торопимся. Сюда иди. Девять секунд. Ладно, старая добрая, как говорится. Тише, заваруха. Блять, ты можешь по этому стрелять? Не дадут медаль. А что мне тут с ними делать? Ну, понятное дело, этих двоих. Этих двоих я понимаю, как выхлёстывать, а тех? Тем более, так мало времени дают, слышишь? Где мы, извините, блядь, там 10 минут. Опять по кустам ползать. Дали бы время на подготовку хотя бы какую.
Да, но тут, подожди, тут не спешим. Все, давай, мы это видели уже. Прокрадусь потихоньку. Так, окей. Просто нужно поймать тайминги, то есть в какой момент там типа бочку скидывать. Ну тут за бочку будет Санёк ответственный. Окей. Так, этого выхлёстывать не обязательно. Вот этих бы двоих, блядь, я не знаю. Блин. Что дальше? Тяжело. Так, Санёк. Саня. Саня, блядь, давай в укрытие. Ты тоже давай в укрытие. Так, отлично, этого снесли. Узагляв. Ну чё, Санёк, залечим тебя. Хотя бы так. Задержите старосту, а то он сбежит. Ваш товарищ ранен. Оставайтесь с ним, а мы разберемся с предателем. Два бойца и мальчишка. Он соберет полицаев со всей деревни, и вам не удастся застать их врасплох. С Кулагиным пусть побудет кто-то из местных. Согласен. Такая сиделка и в кошмарном сне не приснится. Что ж, хорошо. Но смотрите, не нарвитесь на пулю. Как вас зовут? Красноармеец Белозерова. Идемте, прикончим предателя. Он туда побежал. Не, бать, миссии потные тут, конечно же. Ну сейчас там не на время будет, блядь, там не остатки, там не 10 минут. А это мое. Санька, ты где там? Ну ладно, ты вроде очухался. Ты давай, у тебя все перезарядка. Надо было выспаться. Может, все сюда. Здесь. Иди, блин, пообыщи этих, блин, может, оружие возьмешь себе. Так, ну время, смотри, мы сделали, у нас еще минут 10 оставалось. Так, надо ей волыну выдать. Короче, выдадим ей волыну уже в следующей серии, да? Я вот так вот сохранюсь. Да, ну скажи, один боец получил гонение, но переигрывать я это не стану. Вот, а с вами был Зазеп, лайк, подписка. До встречи.